Мужчина отримал опеки тела при ремонте автомобиля. Тем, что в Зельвинскую районную больницу с термичными травмами поступил 43-годовый мясовый жихар, в рятувальную службу поведомил дежурный врач худкой медицинской допомоги. Высветилось, что мужчина находился во властном гараже и менял паливный фильтр автомобиля. По час ремонту громадянин пролил на свое одение бензин. У полный момент переносная лямпа упала и пошла искриться. У вынику бензин успыхнул, мужчина поспробовал сбить в огнетушителем полымя с палающей вопротки. Мать, якая стала сведкой здарения, выкликала бригаду медиков. Потерпелый с термичными опеками, шпитализованный у реанимационное отделение. Стан пациента тяжкий.